мы работаем на одно плечо, на другое, разворачиваемся, либо делаем геопротекающий, либо делаем кукинами. И отсюда же вы делаете кошек. Раз, два, вторая рука, вытянули и вкрутили бедро сразу. И рука вот здесь подстраховывает вашего напарника подтягиванием небольшим наверх. С места. Вытянули. И наверх я его подстраховал. Раз, два, здесь надо чувствовать, как рука у вас работает. Да? Вот здесь. Раз и два. Шиханаги. Мы делаем движение. Раз перелом, два перелом, вытянули и сделали бросок. Вот эта техника исполнения достаточно сложная для уке, потому что здесь нету страховки второй рукой. То есть идет рука по телу. Но вот это исполнение, само вот это исполнение, вы его должны знать с движения геокатегаиши и купинаги. Раз, два. Раз, два.